Всем привет, друзья! Вы на канале Ксения Левчик. Сегодня для вас песня «Летняя деревенская» Артур Бабич «Парень простой». Ребята, вы не забыли, какого цвета должна быть кнопочка «Подписаться»? Она должна быть серого цвета. Если она у тебя красная, то прямо сейчас нажимай на эту кнопочку и не забывай про колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, ведь на 100 тысяч подписчиков я устрою очень-очень крутой конкурс. Также не забывайте про тикток и лайк, там тоже много всего интересного. Переходи по ссылочке в описании и подписывайся. Я парень простой, девочка постой, если бы не карантин, забрал тебя домой. Дай ответ любой, только не игнорь, подпишись на мой тикток, а я потом на твой. Я парень простой, девочка постой, если бы не карантин, забрал тебя домой. Дай ответ любой, только не игнорь, подпишись на мой тикток, а я потом на твой. Да, родом из села, как и мой дед, у меня есть интернет, а понтов нет. Денег тоже нет, но зато мне мало лет, вместо рюкзака пакет и девчонки тоже нет. Бабичу бабич, что с тобой на связи, бич? Я твой Гарри Поттер, я ловлю ее как снич. Я расту в тиктоке, пока ты творишь там дичь. Парень из села сумел кого-то удивить. Я парень простой, девочка постой, если бы не карантин, забрал тебя домой. Дай ответ любой, только не игнорь, подпишись на мой тикток, а я потом на твой. Теперь столица, меня знает все село, папа мной гордится. Раз осмелился мечтать, сможешь и добиться. Я вообще пацан свободный, можно обратиться? Ты чё, из села приехал? Разговаривать нормально научись. Я парень простой, девочка.